Привет, с вами я, Гоша, и сегодня мы гуляем по Avenue X. 12:45. Это значит дом на углу 12-й стрит. И вот мы зашли в такой вот квартал, который чем-то напомнит родину. Неохота идти вглубь туда дальше. Неохота, честно говоря. Ай, без подруги мало куда охота. Далеко она живет. Вот хочу до нее пешком дойти, но это 10 километров в каждую сторону. Прикольно. Такое себе позволить. Что-то без особой охоты гуляю. Решил показать вам Америку такой, какая она есть. Вот тут люди ходят, тут все время надо отворачивать камеру. Люблю эти сосны. Вот там вдалеке идут трейны, то есть поезда идут. Вот просматриваются другие билдинги на Ocean Park, то есть если вы живете в шестом этаже. А вот и поезд. Это какой такой интересный? Сейчас глянем. Боюсь, что это R. Это 68-й или 46-й, не знаю. Трудно определить на расстоянии. Но выглядит прикольно. Это вот та 14-я улица, по которой я сюда пришел. Или 13-я, не знаю. 13-я, наверное. Красивые, тут красивые дома. Вообще-то Сан-Франциско обратно хочу пойти, только по... Нет, вру. Параллельная. Вот 14-я красивее. Хочу пойти показать наш местный Сан-Франциско. А пока что я пойду посмотрю на трейны. Фотографирую, может быть, что-нибудь. Пойду-ка дальше. Очень тяжелый переход. Машины разъездили. Сегодня пятничный вечер. Всем куда-то надо. Это архитектура наша, это наш старый дом. Это уже новый, недавно построили, в начале нулевых. Если вы видите вот такие вот замки, это в начале нулевых построили. Сейчас постою здесь на углу, пофотографирую, вернее, попаяю, как меня московская молодежь научила говорить, попаяю трейны, попаяю метровагоны. О, развесили тут провода на деревянных столбах висят, но мы... Как нам советует известный блогер, доцент USA, мы на это не смотрим. Так, тут появился человек на горизонте, поэтому съемку срочно заканчиваю.